Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать интерактивные проекты на Джанго. Как я говорил, 17-й год посвятим созданию соцсетей. По сути дела, что такое социальная сеть? Это много приложений, где участвуют все пользователи, могут участвовать. Но пошли мы все-таки с простого кода. В данном шаге 5-м мы создали модель для твитов, а в шаге 6-м мы создали представление. Вы знаете, так как мы собираемся писать уже дальше, следующие проекты довольно сложные и очень сложные, все-таки я решил, что надо начать с более простых вещей. Это, во-первых, разобраться с пользователями и очень четко разобраться с представлениями. Мы уже разобрали настолько подробно, что, ну, дальше некуда. Но просто-напросто какая стоит задача? Ведь есть стандартное хранение в Джанго пользователей. Можно создавать пользовательскую модель, можно создавать представление, которое будет расширять модель. С этими всеми вещами надо подробно разобраться. И вечная путаница с такими вещами, как, например, вот сейчас у нас стояла задача в этом курсе, это первая часть, и обратиться к модели, пользователей, да, чтобы вытянуть пользователя, и обратиться к модели, когда пользователь делает твит, то есть пишет некий текст, чтобы ассоциировать этот текст, что отправил именно тот пользователь. Поэтому я вам показал, как писать представление, но самым простым способом, чтобы не путаться. Курс очень подробный. Да, может быть, слишком подробный, но я все-таки считаю, что вот эти вот простые вещи потом не дадут запутаться в более сложных вещах. Потому что, ну, интересно, согласен, писать интерактивные проекты. Вот, то, что я хотел сказать, то сказал. Значит, найти сайт очень просто. Набираете spb-tut.ru, он для вас будет немножко по-другому. За spb-tut.ru зайти можно, если пока у вас нет логина и пароля, просто введя логин демо, пароль демо. Вы войдете в кабинет и посмотрите. Значит, на данный момент вообще в школе уже более 10 суток видеоуроков, все пошагово, подробно. Ребят, чтобы не задавали вопросов, вот человек изучит там Python с нуля и говорит, а что дальше? Так вот, в кабинете расположены слева направо, как я бы рекомендовал изучать вот в школе, да, то есть это и есть сам план. При этом ничего тут дурить голову и думать не надо, потому что все четко по шагам. Первое, второе, третье, четвертое, поехали и поехали. И все. Спасибо за доверие, успехов.